Люди, кто хочет меня повторить в бизнесе Dandelion? Хотите на старте бизнеса зарабатывать приличные деньги в прозрачной и легальной компании? Особенность этого предложения – два в одном. Абсолютно уникальный востребованный продукт особой силы и отклика, плюс высокодоходный безрисковый денежный маркетинг без личного товарооборота и фискальных ограничений. Я думаю, таких людей найдется немало и даже много. Итак, ребята, события года. На международный рынок wellness-индустрии стремительно ворвалась молодая, перспективная, амбициозная компания Dandelion Biohacking Group. Это холдинг, головной офис зарегистрирован в Америке. Производственные мощности находятся в Украине, а дистрибьюторская компания в Казахстане. Вот такой себе интернациональный триумвират. Компания Dandelion создает собственные инновационные продукты для здоровья и долголетия и продвигает их методом сетевого маркетинга. И вот все составляющие для такого феерического старта были заложены изначально. Это, повторяюсь, продукт плюс маркетинг. Итак, продукт. H2 премиум, магний, водород. Эксклюзивное ноу-хау украинских ученых и производителей. Это абсолютно уникальный флагманский продукт компании. Диетическая добавка 5-го поколения, созданная по технологии биохакинг. Продукт имеет максимально возможную степень усвоения организмов, невероятную эффективность и невиданную доселе быстроту терапевтического эффекта. Вау! H2 премиум, магний, водород. Это не лекарство и это не БАД. Это мировой тренд водородной терапии. Революционное открытие японских ученых в 2007 году положило начало новому направлению медицины, которое наконец-то докатилось и до нас. И именно Украина подарила миру продукт, не имеющий себе равных. Второй фундамент успеха компании – это потрясающий маркетинг-план. Сейчас буду оперировать цифрами и фактами. Друзья, где вы видели молодую стартующую компанию, в которой количество партнеров растет как грибы после дождя, а их количество увеличивается многократно, и за 10 месяцев оно уже увеличилось на 1000%. На сегодня количество партнеров достигает более 100 тысяч человек. Коллеги, где вы видели начинающийся бизнес, в котором товарооборот за 10 месяцев вырос в 20 раз? Компания Dandelion побила все рекорды и достигла товарооборота в 20 миллионов долларов за этот короткий период времени. Dandelion Biohacking Group – продуктовая компания, отдавая в сеть 70% дохода, уверенно и стабильно растет и развивается семимильными шагами. Руководство компании разработало выверенную программу выхода на мировые рынки и поэтапно выводит компанию на рейтинговые позиции. Естественно, основной товарооборот приходится на Казахстан. В этой стране практически в каждом городе есть офис-склад. Также открыто несколько представительств в странах СНГ, таких как Киргизия, Узбекистан и другие. Готовится к открытию Турция. Несколько продуктов компании выпускаются в Болгарии. На сегодня открыт склад и в настоящее время сертифицируется продукция в Германии. А это значит, ребята, что компания заходит на европейский рынок продуктов здоровья. И мы не сомневаемся ни одной секунды, что вскоре она потеснит известные бренды с их пьедестала почета. Хватит, им уже там засиделись. Также компания заключает коммерческие договора на поставку эксклюзивных продуктов и товаров, в
В частности, скоро мы, партнеры, получим уникальные продукты гигиены из Арабских Эмиратов. Ждем, не дождемся. Все это, естественно, благодаря уникальному продукту, у которого просто нет конкурентов, и выверенному, комфортному финансовому плану. Сотни и тысячи партнеров компании, опираясь на комфортные условия высокодоходного маркетинг-плана и вдохновившись результатами топ-лидеров, достигают невиданных успехов в карьерном росте и многократно умножают свои капиталы. Вот вдумайтесь, ребята, за 10 месяцев компания за выполненный товарооборот, согласно маркетинг-плану, естественно, вручила партнерам 14 автомобилей бизнес-класса, новеньких салона, 25 тысяч долларов каждая. Вручила 9 сертификатов на квартиры стоимостью 50 тысяч долларов каждая квартира. Вручила сертификаты и отправила в увлекательные круизы более 200 партнеров. Вручила 300 сертификатов на покупку престижных айфонов. Хотя я могу ошибаться. За это короткое время, я думаю, еще человек 200 айфонов себе уже приобрели. А вот первый топ-лидер компании достигла вершины маркетинга, ранга президент. Но у меня нет слов. За 10 месяцев закрыть ранг президента выше некуда, выше только звезды. Супер! Так вот, обращаясь к своим коллегам, ребята, сетевикам, давайте по-честному, где вы видели такие масштабы и такую скорость роста по карьере партнеров? Я за 30 лет ничего подобного в своей жизни, в этом бизнесе, не видела. Это фантастические результаты и невероятные, просто потрясающие возможности. Причем здесь маркетинг и продукт идут рука об руку. Они помогают и дополняют друг друга. А мы, партнеры, используем эти возможности и преимущества по максимуму. Мы молодцы. Поэтому, друзья, товарищи, коллеги, пани и панове, перефразируя известный лозунг нашей молодости, скажу: сетевики всех стран и народов, объединяйтесь. Время не ждет, тем более у нас его не так много. Я Татьяна Бочарова, топ-лидер MLM-индустрии, город Днепр, Украина. Приглашаю в свою команду активных, ответственных, обучаемых партнеров со всех стран мира, у которых есть время и желание заниматься бизнесом. И кто готов, и кто хочет в короткое время достигнуть максимального уровня карьерного плана. Помощь, обучение, сопровождение от меня в обязательном порядке. Я лучший спонсор в мире, проверено десятилетиями этого бизнеса. Так вот, вас порадовала Татьяна Бочарова. Приглашаю в команду.